за атаками дронов на ваши города стоит Рауль Менендес. Соединенные Штаты не вторгались в Китай. Мы все оказались пешками в руках Рауля Менендеса. И 5 американских дронов направляются к нашим городам! Это ваше оружие! Госпожа президент! Мадам президент? Командор, который захватил Менендеса, вызвался возглавить вашу охрану. Он наш главный специалист по Менендесу. И он считает, что вам может угрожать опасность. Сэр, видим движение на земле. Группа противников. О, господи. Дроны! Они меняют курс. Лос-Анджелес? Так и знал, что слишком просто дался взлом целлериевого диска. Его цель — президент. Вертолет президента под обстрелом! На землю! Срочно вызывайте броню! Мы падаем! Госпожа президент, вы в порядке? Все, все. Точно? Я в порядке, да. Доставить президента в убежище. Вот жопа! Вот жопа! Вот успокойся! Жопа. Пуля прошла на вылет! Жить будешь! Я дам тебе кое-что в поле! Вот зараза! Госпожа президент, дроны уничтожили борт номер один и ваш вертолет. Джонс, а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре города. Джонсон, выведите на улицы войска и разберитесь с дронами. Командование НУРАД отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендес. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. К убежищу с президентом. Займи позицию в воздухе, веди наблюдение. Так точно. Только учти, кроме меня поддержки не будет. Остальные из эскадрильи либо погибли, либо ведут бой с дронами. Карл,
Хеппер, докладывай! У нас тут наемники по всей магистрали! Они ведут обстрел другого конвоя из РПГ! Прямо по курсу на нижнем уровне! Что будем делать? Ставь туда президента, а я вас прикрою! Живее, живее! Вперед, вперед! Надо торопиться, иначе в живых никого не останется. Мы на земле, в полном составе! Несколько наемников в буре! Нижняя магистраль справа! Справа! Грузовики с пулеметами! Прячься за машину! Подбегаемся! Прямо по курсу! Еще один грузовик погружает пехоту! Оставайтесь в укрытии! Когда будет чисто, я дам сигнал выйти! Противник ведет шквальный огонь со всех сторон! Поднажмите! Лидеры большой двадцатки в той машине долго не продержатся! Они совсем близко, сектор, за колоннами! Твою ж мать, отвлеки их от нас! Оптический прицел, сектор! Используй заряд перед каждым выстрелом! Твою ж мать, стреляют сверху! Защищайте президента! Сраные снайперы уселись на переходе! Со знаками! Чисто! По машинам! Убирайся оттуда нахрен, сектор! Вся магистраль сейчас рухнет! Твою мать! Свяжитесь по рации, выясните, что с другими конвоями! Задние машины свернули, как только в нас попали! Министр обороны Петреус в безопасности! Молодцы, ребята! Конвою нельзя останавливаться. Пересадите президента в среднюю машину. Придется брать каждый метр с боем. Наемники сооружают баррикаду прямо по курсу. Уничтожите их. Поеду на первой машине с картой. Все за мной! 110! Курс на север! Колонны по одному! Внимание всем! Синий маршрут свободен! Эй, сектор! Пытается перекрыть дорогу. Дави их всех! Сектор! Один из дронов идет к твоему конвою! Влево!
Синий маршрут под угрозой. Повторяю, синий маршрут под угрозой. Всем конвоям избегать района стадиона. Ждите новых данных. Мы проедем по улицам. Перегруппируемся по дороге. У нас РПГ на всех крышах. Я пытаюсь. Андерсон! Ну же, блин! Вот гадина! Меня отбили! Но я в порядке! Кто-то из иностранных лидеров погибнет, последствия будут катастрофическими. Ясно. Конец связи. Yeah.
Где-то фракция попала в окружение неподалеку. Ты ее видишь? Противник ведет огонь по бронеавтомобилю рядом с... Твою мать. Андерс, в нее попали. Не знаю, насколько серьезно. Пошли, она еще цела. Спасите ее. Проследите, чтобы выжила. Альфа, Дельта, Эхо, Икс-Рей. Проверка завершена.
Начинается цикл запуска. Наемников собак на каждом перекрестке. Полиция не справляется. Мы не доедем до цели. Займелс, я на истребителе. Окажу поддержку с воздуха. Отслеживаю ваше положение. Держитесь. Твою мать, полная задница. Серьезно нам досталось. Харпер, сверни налево на 9-й. Понял. Наемники приближаются! Ты все-таки больной на голову, ты это знаешь?